Робототехника непостижима на вид, но крайне интересна тема современности. 15 мая во Всероссийском детском центре «Смена» проходила выставка-демонстрация и защита проектов по робототехнике среди юных изобретателей. Все участники фестиваля по робототехнике и интеллектуальным системам являются надеждой человечества на совершенствование технологий, используемых в самых различных сферах. А с такими проектами мы можем быть уверены в их эффективности и необходимости. Это человекоподобный робот, создан для того, чтобы обучать людей программированию. Он умеет ездить, объезжать препятствия, Вот есть бои роботов. Благодаря этому роботу и вот таким вот карточкам дети смогут составлять свои первые алгоритмы.